Не менее 19 человек погибли в результате серии терактов в столице Ирака. Первые два взрыва, по данным Reuters, прогремели в районе Шула, а затем в Новом Багдаде на воздух взлетел заминированный автомобиль. В нескольких других районах боевики просто открыли огонь по мирным жителям. Никто пока не взял на себя ответственность за эти нападения, а насилие в Ираке достигло самого высокого уровня за последние 5 лет. По данным ООН, за год в этой стране погибли около 9 тысяч человек, а за последний месяц свыше 900.